Саженцы пиона молочно-цветкового айсберг, Пейния лактифлора, это цветочные шапки, которые ослепляют на солнце своей белизной. Высота куста – 100 см. Грубые, темно-зеленые листва подчеркивают нежность и белоснежность цветков, которые возвышаются над ней. Они состоят из многочисленных лепестков, собранных в шаровидные крупные соцветия. Нижние лепестки могут быть окрашены в светло-бежевый, кремовый или бледно-розовый цвет. В диаметре цветок достигает 18 см. Растение быстро растет и развивается. Стебли у него мощные и прочные, не требуют дополнительной опоры. Пион многоцветковый айсберг это травянистый высотой 90-100 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Окраска цветка бело-розовая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.